Гарик Мартиросян переживает страшное горе, с которым не может смириться. Шоумен поделился с поклонниками новостью, его семья переживает трудные времена. Гарик Мартиросян потерял близкого друга Айка Акопяна. Он умер 29 сентября в возрасте 48 лет. Гарик Мартиросян написал в своем Инстаграм, что Айка был надежным другом и солнечным человеком. Акопян был творческим человеком, он пел песни и был композитором. Вместе с Гариком Мартиросяном коллеги многое прошли. «Не могу поверить, что тебя больше нет», — отметил юморист в своем микроблоге. Гарик Мартиросян прикрепил к публикации черно-белый снимок, на котором предстал его почивший коллега. Айка Акопян, который известен поклонникам как Айка, был заслуженным артистом Армении, писал аранжировки для любимой многими зрителями команды КВН «Новые армяне». В 2007 году артист ездил на Евровидение. Недавно коллега Гарика Мартиросяна тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Две недели он был в тяжелом состоянии. Врачи долго боролись за его жизнь, но он так и не смог выкарабкаться. Сообщили о причинах ухода Гарика Мартиросяна из шоу Comedy Club. В свежем интервью шоумен признался, что работать над программой было очень трудно. Каждую неделю Мартиросяну и его коллегам приходилось сочинять целую часовую передачу. Гарик просиживал на работе до 3 часов ночи.